Конечно, мы желаем тебе мощного здоровья. Держись, дорогой. Никакой ты не инвалид исторический, а ты пограничник нашей литературы. Замечательный пограничник, определяющий границу между высоким и низким, между всем, что ты говорил, что там написал. Ты вот так... Мы тебя и будем считать, если хочешь, мы и памятник здесь поставим, как твоему генералу, который не хочет упасть ни вперед на запад, ни назад на восток. Он хочет вот здесь, в ложбинке, так сказать, остаться. Это последняя страница. Спасибо за эту книгу, которую ты нам предоставил, а мы сегодня с такой глубиной, с такой страстью, с такими, значит, уколами шпаги, может быть, и хорошо, что это было. Давайте пожелаем ему здоровья, творческого состояния и высокого духа. И тогда...